8 августа, вторник. Уникальный репортаж Горишко с катамарана. Получилась уникальная история. Сейчас я тут еще разберусь, потому что я тут все кручу. Так, лишь бы тут сейчас не закопаться. Мы узнаем все наши знакомые пристани. Наш порт, там морской порт Гишинского озера. Класс. Так вот, давайте по порядку. Сегодня 8 число, вторник, серпень, август. По прогнозам был дождь. Так и прогноз погоды оправдался. Дождь был не раз утром. Ну и сейчас такой обильный, сильный, моцный, мощняцкий был ливень. И катались на катамаране, но их залило. А тут зонтик вот так вот получается. И чуть-чуть попадает, ну не чуть-чуть, наверное, а когда сильный дождь, то попадает очень сильно вода на ноги. И невозможно крутить. Так они вот тут оставили у этой пристани катамаран. Дима его сейчас протирает. Так и, ну надо ж с кем-то приплыть, да, и оставить. Так что как раз я тут вовремя на рыбалке был. И такая можливость шикарная. Попробовать, посмотреть, пообщаться с вами. И я один, тут есть руль, вот такой я держу. Да, я с собой взял удочку и тесто, манку, наживку взял. Так, я сделаю продолжительный, насыщенный информацией, интересный, прикольный, как завжди, репортаж с Вишенского озера from Ukraine. И Орешка представляет. Это просто супер. Впервые я на таком катамаране, вот как на станции там Янтарь фирмы, 250, тогда то ли гривна была, то ли какие гроши, но это было дорого. Они еще там такие есть, и также они работают. А вот на таком катамаране, тут вот и правила есть, все там, посмотрите, кому очень интересно. Распевать нельзя, с детьми там, в жилетах, в общем, даже такой... Есть спидометр тут у нас, 80 км в час максимально. Ну, я получаю задоволение просто шикарно. Вот это пикник территории, наша ледовая арена у Ивушки. Нет, та Ивушка чуть дальше наша. Тут один год, один сезон зимний была ледовая арена у нас. А так камыши там подальше, у Руслана здесь уже поближе, ну и на станции. Класс. Ветра нет. Еще и ноги работают. Мало того, что я на велосипеде поработал, еще и здесь с удовольствием. Ну, правда, еще такая дата сегодня 40 дней. Я побывал на кладбище. Успел. Так, дань, честь, памяти, конечно, все почтил. Вспомнил обовязково репортаж у дома также. В общем, много всего. И все успел хорошо сделать. И как раз вот, представляете, какая шикарная картина. И я уже хочу, конечно, поделиться обовязково. Ну, по всей видимости, этот фильм завтра выйдет, потому что хоккей, на сегодня уже много видео. Я думаю, что достаточно. И прямо такая дымка получается теплая, видите? И мы попробуем. Я знаю, здесь рыболовные места. Они тут почти везде. Там у меня клёва не было, кстати, за час. Но я попал под дождь, но правда, там под зонтиком постоял. Так, ну и здесь, смотрите, испарение идет какое, да? Ой, и теперь мы с этой стороны посмотрим на нашу красоту. Давайте вот так вот. Ну это просто класс. Смотрите, как классно. Я уже в ледовом клубе, возможно, закину это видео через день. Так, выйдет, чтобы на завтра у нас еще велотур там серия остается. Ну, смотрите, как парит, парит, парит. Вот здесь рыба есть. Слева, справа. Вот тут зимние рыбаки всегда любят. Часто вот здесь зимой на льду. Класс. Я даже штативчик с собой взял. Ну, как-то мне в руках все-таки тут увереннее. Вода для камеры тоже нежелательна. И тут я очень сильно это переживал. Ну, смотрите, как нам повезло. Как будто раннее утро, да? Вот если я сейчас... Сейчас бы сказал, что 5 утра, поверили бы, да, многие? Смотрите, как красиво. Боже, я получаю такую насолоду. Давайте еще глянем на Орешка. Это живые эмоции, да.
кто же так говорит за кадром, да? Ну, просто супер. Ну и вы там посмотрите, что дальше также. Класс, правда? Ну, я Дмитрию рассказал, да, что он говорит, хорошо, на связи, тут номер у меня, конечно, есть, и я могу порыбачить, пока людей немного, хотя и вечер, ну, может быть такое, что, ну, будний день тоже. Могут много людей прийти, желающих покататься. Это одна мечта моя действительно была, вот она сбывается потихоньку. Но смотрите, какая красота, даже хочется вот просто помолчать. А если делать сложный фильм, то это можно делать под шикарную музыку. Классическую, так. Марикон. Смотрите. И людей тоже мало, потому что, ну, дождь напугал всех. Он просто напугал. Посмотрите, боже мой, это можно не выключать. Все наше катание. Смотрите, как классно. Ну, согласны? Вот такая красота. Боже, и насыщенная зелень. Пахнет прямо. Кислород. Смотрите, как классно. И действительно, я чувствую себя в полете такой. Боженьки. Благодарю судьбу за такой день, так, ну, все-таки это действительно, видите, на фоне солнышка еще. Это можно релакс-музыку делать, вот, оригинал, так, и снимать, показывать. И отдыхать, смотрите, как классно. Боже мой. Это просто подарок судьбы. Благодарю ребят-прокатчиков, Дмитрия, Александра. И ножки работают, а все это включу, и спидометр также все это фиксирует. А, хорошо, видите как. Удобные педали здесь, да. Все шикарно. Я тут освоил уже руль. А, вот тут есть такой влево. Я тут и рулевой, как на хоккее оператор и комментатор. Тут и капитан, и рулевой, и кок, и боцман, лоцман. Вот настоящий полковник Александр увидит, интересно. Так, завтра у нас хоккей, кстати, смотрите, как отражает. Так, я уже боюсь камеру подальше высовывать. Завтра хоккей, не пропустите, боже. А с моста там что-то капает. Это вот до сих пор, видите, такой бомоцный дождь. Смотрите. Боже, я это чувствую испарение. А вы? Ну, на 30 минут, да, хотя бы. Это пленки не хватит там. Хорошо, всегда память у орешков. В телефоне есть, да? В телефоне орешка, даже так скажем. Блин, это просто чудо. Конечно, приятнее было бы с очаровательной девушкой прокатиться, но умеем получать и удовольствие, и так. Да? Надо тоже уметь. Так, а вот здесь где-то я уже хотел порыбачить. Вот эти корчи. Кстати, мы сделаем обзор вот с воды сейчас озера. Я попытаюсь уже так порыбачить здесь, порыбачить там, рассказать, показать. Но мы-то без якоря, нас будет относить, возможно. А, тогда придется все равно мне сделать паузу. Да, это будет тогда первая серия. Я порыбачу, чтобы с телефоном было все в порядке. Там дальше ботанический сад, мои любимые места, где... Я бегать любил и люблю, но сейчас без бега, вот представляете, сейчас озера, рыбалка вот так захватывает. Это просто прелесть, класс, смотрите, как красиво, боженьки. Так что, а когда поймается рыбка или же продолжу движение, то тогда я уже продолжу съемку. Вот климат, обратите внимание, дорогие зрители Горишка, да, постоянные зрители, возможно, кто-то впервые, не пропускайте эти классные кадры. Я стараюсь, видите, думаю об этом, конечно, благодаря YouTube-платформе, сайту. Это тоже можливо, вот благодаря YouTube. К
канал на Рижках. Ну, уже так, 10 минут. А с рулем здесь все хорошо, все работает, все четко, все смазано. Молодцы, это ранчик, отлично. Пользуйтесь, ребята еще будут работать. Ну, до холодов. Это может быть сентябрь, а вдруг октябрь, ноябрь, а вдруг, как я на море говорил, до Нового года. Вдруг будет мягкая зима очень, да, до плюс 20. Ну, так не бывает, это... Ни к сожалению, ни к счастью, да, тут природа есть природа, и все четко у нас идет, так что тут без фокуса все, поэтому, ну, как правило, в сентябре, вот как на море тоже, и ветер начинается, и дожди, и прохладненько, и поэтому. Так, хочется еще как-то кружок тут крутануть сделать, давайте я крутану тогда еще разок, да, по кругу сделаю. Вы посмотрите, какое чудо, а. Боже, ребята, ну это счастье. Так, с меня пирожок и пончик. Смотрите, как классно. Просто чудо. И солнце яркое-яркое. Это просто бимба. Смотрите. Только дыши и радуйся. Конечно, вот у кого возможность есть, приходите, попробуйте. Ну хотя бы раз, я уже так. Это действительно удовольствие, это действительно приятно. И работают ноги, вот ноги работают, видишь. Класс, сказка. Наслаждение, вагон и тележка, как раньше говорили. Смотрите, это релакс полный, так, только был на этих деревяшке. Ну, береговую линию не сильно-то и убирают, но, возможно, это так и для бобров там хорошо, и еще для кого-то. Так что это просто супер. Вот здесь и бобры, кстати, видео снимал, а Рижка в этом году тоже получилось, так что все интересно. Ой, это действительно можно бесконечно показывать, снимать, но сделаем перерывчик, это будет пусть первая серия. Вот. И велотур у нас там 4 части получилось. Хотя я там части перепутал сегодня. Вместо 2-й, 3-й так чуть-чуть там запутался. Но сегодня я уже их выпустил. И еще одна остается. Так, хорошо. Я закидываю удочку и ловлю. Счастливо, с любовью и душой до следующей серии. Ветра нет. Я думаю, тут все будет хоккей. Давайте, дорогие. Вот тут находятся плиты. Находите, ребят, да, вот этот домик красно-белый. И там штаб-квартира. Катамаранская. Катамаранов. Все, давайте, и будет дальше интересно. Сабскрайб, подписывайтесь и, пожалуйста, в подобайки не забывайте, в подобайки. Давайте, давайте, чао.